Приветствую, друзья, из города-героя Смоленска. Друзья, те, кто родился и жил хоть какое-то время в СССР, помнят, что дружба народов в нашей стране, где 15 республик было, это было на первом месте. Дружба между народами. И так было действительно. Это непростые слова. И Россия переняла это качество у своего предшественника, у Союза Советских Социалистических Республик. Мы здесь не только живем в многонациональном государстве, но и принимаем себя, у себя людей разных национальностей. Мы знаем, что некоторые из бывших республик Советского Союза, граждане этих республик, заняли определенные ниши в экономике России. Так прекрасно снабжают нас овощами и фруктами азербайджанцы. Так лучшие поварские свои качества приготовления вкуснейшей пищи, шавармы, шашлыка, каких-то плова там и других интересных, красивых, да и пиццы теперь уже итальянской национальной пищи, проявили лучшие свои, говорю, поварские качества, проявили армяне. Здесь вокруг, где я живу, вокруг этого места моего жительства, есть несколько прекраснейших кафешек. Вот Дерома, Сим-Сим недавно открылась, где армяне готовят изумительную пищу, особенно мясные блюда. Это пальчики оближешь не только у себя, но и у армянина-повара. И узбеки, вот тоже у нас недалеко здесь на рынке магазин, у них уже года два действует, где великолепные, значит, сухофрукты из Узбекистана, из Средней Азии, какие-то лакомства такие, которые раньше только падишахи, наверное, пробовали. Одной халвы видов 20, вы понимаете? И мы рукоплещем им. Дай бог, чтобы они зарабатывали здесь деньги честно, добросовестно. Но если такие, извиняюсь, гости, в кавычках, которые совершают тяжкие преступления на территории России. Вот сейчас уголовное дело в Смоленске будет в суде рассматриваться. Прокурор уже обвинительное заключение подписал, где на почве распространения наркотиков, большой партии наркотиков, скорешились два гражданина Азербайджана и гражданка, видите ли, Узбекистана. У них статья Уголовного кодекса, покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, они вступили в мае прошлого года в преступный сговор. Они планировали сбыть смесь, содержащую диацетилморфин, героин, общей массой более 430 граммов. Ну, видите, почти полкило, ну, по крайней мере, более 430 граммов. Это крупная партия. Она расфасовывается по граммам там. Полиэтиленовые пакетики. И вот они расфасовали. Они, значит, где они ее приобрели, значит, я не знаю, следствие установило или нет, но нам, по крайней мере, об этом не сказали. Может быть, продолжается спрут этот, так сказать, разматываться
По крайней мере, они, значит, расфасовали, как установлено следствием, в городе Электросталь Московской области. А затем перевезли эту наркоту, дуриту, в Смоленскую область. 13 вот этих вот упаковочек маленьких они поместили в тайники в городе Вязьме. Это, кто знает, по пути на Смоленск по трассе Москва-Минск, город Вязьма. Это ближе к Москве туда. Старинный город Вязьма. 49 этих упаковочек в Сафонове. Это город горняков, так сказать. Кстати, там три колонии исправительно-трудовые. Видите, туда, значит, побольше закинули. Остальное перевезли в Смоленск. Однако, вовремя их злой умысел был пресечен. Они были задержаны сотрудниками полиции. Ну и, как я уже сказал, ждем суда. А мера наказания может быть очень строгой. 20 лет лишения свободы. Вы представляете, что себе эти так называемые гости зарубежные накопали на территории России? Вместо того, чтобы заниматься честным, добросовестным трудом, а мы, я говорю еще раз, приветствуем это. У меня множество знакомых, значит, среди всех национальностей, которые здесь у нас в Смоленске проживают, приехали ли временно, либо здесь на постоянное место жительства прибыли, обзавелись уже, может быть, здесь семьями даже, детей нарожали. Прекрасные люди, прекрасные отношения с ними. И вот, пожалуйста, как говорится, в семье не без урода, и в азербайджанской семье, и в узбекской семье не без урода. Ну что ж, подождем, посмотрим, как оценит их преступную деятельность на территории России суд. С вами был Евгений Гордеев, друзья мои, из города-героя Смоленска, где пресекают на корню распространение наркоты. Не советую к нам соваться. Это может очень плохо для вас кончиться. Не для вас, друзья, а я обращаюсь к тем, кто задумал или уже занимается этой гадостью. Не надо. Значит, Смоленщина, пограничная область, здесь усиленно работают вместе с прилегающими, так сказать, с территориалами из соответствующих ведомств и служб. Усиленно работают смоленские сыщики, следователи. И здесь, как говорится, не впротык. Здесь вас задержат, арестуют и посадят на долгие-долгие годы туда, где нет шашлыков, где нет лавашей, где нет шавармы, где нет узбекских сухофруктов разных и восточных сладостей, а где есть совсем другое, что особенно и жевать-то не придется, поскольку все зубы выпадут. Злая шутка, но так оно и есть. Друзья мои, всего нам всем доброго. Пока, и не забывайте о нашем приюте Катавася 67, питомцы которого всегда ждут вашей помощи. Здоровья нам всем и мира на Украине. Пока.